Да, твои идеи для творчества писали. Можно делать подсветку в багажник, в салон авто, даже вплоть до настольной лампы. Подошло все в целости и сохранности. ТМ-скотч, пенка. О, это очень радует. Питание от 12 до 80 вольт, по-моему. Имеет свою встроенную кнопку. Сделано неплохо. Даже есть болтики, саморезики, чтобы прикрутить. А это, я так понимаю, отражатель, совмещенный с радиатором. Ну что, сделано достойно, в принципе. Вот такая вот штука для подсветки багажника. И когда надо, ее можно будет отдельно выключить. Либо сделать гусиную шею с каким-то лепестком, и получится настольная лампа. Неплохо. Еще заказал раз. Очередные лампочки. Лампочек много не бывает. Машина должна светиться. Как обычно, положили болтики. Быстрая доставка. Двусторонний скотч. Болтики везде есть. Ссылка на них будет в описании.